Добрый день, уважаемые любители профессионала дзюдо. Вы смотрите YouTube канал Планета Дзюдо. Я Роман Карасев, и сегодня мы с вами посмотрим один из вариантов выполнения приемов дзюдо вот с этими замечательными снарядами. Ну, так называемый борцовский манекен, переоборудованный в кимоно, одетый в кимоно, для того, чтобы было более эффективно делать с ним прием. Давайте мы посмотрим, как можно выполнить разновидность выполнения приема Мароку-Суинаги с помощью борцовского манекена. Чем удобно, когда на нем кимоно, то что максимальное приближение, как мы видим, к реальной ситуации, то есть мы можем взять захват, что для дзюдо немаловажно, да? Мы берем захват от ворот рука. Итак, вариант Мароку-Суинаги. Мы все, многие знаем, что вариантов много. Ну, допустим, самый распространенный это когда рука, которая держит от воротник кимоно, входит под мышку партнера, под руку. Да? А есть вариант, когда локоть, наш локоть или предплечье, оно идет вверх. И вот такой вариант мы сейчас с вами выполним вместе с нашим помощником, борцовским манекеном, переоборудованным для упражнений дзюдо. Это выполнение из положения стоя. И такой же вариант можно делать с падением. Сейчас я еще раз покажу стоя. Когда у нас, посмотрите, ну я немножко вот делаю такой шаг, как бы делаю такую кудзушу, раскачку. Вот. И рука идет, видите, локоть идет выше. Оп! Вот. И я здесь делаю выпрямление ног и сброс. Это вариант, когда я остаюсь стоя. И вариант, когда я делаю сутэми, да, с падением. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я делаю небольшую раскачку. И, так сказать, чтобы скорость, да, приема придать. Сам кудзуши можно отрабатывать. Оп, и переход на сайкон контроль. Давайте я еще раз покажу. Я сейчас делаю в одну сторону, да, правой стороной захватом. Но выполнять можно в левую, в правую сторону. Это очень хорошо для того, чтобы гармонично развивались обе стороны, да, как бы в физическом плане, чтобы у нас не было перекосов. Хотя немножко это бывает сложно, но это лучше делать. Сейчас я покажу, как можно делать. Вот, ну давайте сделаю я сейчас в левую сторону. Так, и здесь рука, видите, локоть будет идти наверх. Оп. Здесь мы приподнимаемся. Просим. Вот, переход на цикл. Вот такое упражнение с помощью борцовского манекена, переоборудованный для занятий дзюдо. Видите, у него кимоно одето. Вот с таким нашим помощником мы делаем наши тренировки.